Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в Ленинский городской округ более 700 наборов масок для многодетных семей. Коробки с масками были доставлены в помещение, где располагается общественная палата. Сегодняшний день мы начинаем, соответственно, выдавать эти наборы для нуждающихся через актив и волонтеров под руководством глав и начальников тераотделов, которые сформированы недавно на территории Ленинского городского округа. 705 комплектов, в каждом по 20 масок. Какие из многодетных семей их получат, решило Управление социальной защиты. Кроме того, помощь будет предоставлена семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С первой недели объявленного карантина наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев оказал помощь людям, которые нуждаются. Это люди разных категорий, как мы с вами уже убедились. Конечно, огромная благодарность, и люди ее всегда выражают, и, безусловно, выражаем ее мы. На сегодняшний день получит у нас 31 семья маски, 2 семьи получат многодетных, и, соответственно, вот от 0 до 6 у нас наборы в трудной жизненной ситуации, кто отказался. На сегодняшний день получает наборы регулярно. После того, как коробки с масками попадут в территориальные отделы, с помощью волонтеров наборы будут доставлены адресатам. Закончить работу планируется в течение 2 дней.